Хотите выйти замуж? У меня есть для вас шикарный ритуал, который реально работает. Если вам хочется больше видео подобного рода с ритуалами, если вы верите в всемаронские ритуалы и в действенность таких обрядов, то обязательно ставьте палец вверх, чтобы мне понимать, что вам хочется больше таких видео. Со временем мои личные сообщения, комментарии на YouTube превратились в какую-то сокровищницу человеческого опыта, потому что многие пишут о своем опыте, какой обряд у кого сработал, какой ритуал сработал, и это очень интересно читать. Иногда прямо удивляешься, люди действительно привлекают большие деньги, большие суммы денег, выходят замуж, как эта девушка. Эта девушка написала мне об этом ритуале и поделилась своим опытом. И я решила поделиться им с вами на своем канале. Если у вас есть чем поделиться, то давайте делиться в комментариях, рассказывать о своем опыте, что у вас работает. Многим людям будет интересно узнать об этом. От вас не убудет. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Может, кто-то напишет интересный вам ритуал, метод материализации желаний, какую-то технику исполнения желаний. Ведь одно дело прочитать об этой технике в каком-то паблике, а другое дело услышать или прочесть об этой технике у того, у кого она действительно сработала. Ведь правда же, согласна со мной? Я этот ритуал уже описала в моем инстаграм, поэтому добавляйтесь в инстаграм, там вы, возможно, услышите о методах действенных, эффективных, самыми первыми. Вот. И сейчас расскажу вам, моим зрителям на YouTube. Что мы делаем? Мы берем лист бумаги, на котором мы пишем «выход замуж». Этот лист мы прикрепляем над входной дверью из квартиры. Все, больше нам ничего не нужно делать, кроме того, как каждый раз, когда мы выходим из дому, из квартиры, мы регистрируем своим подсознанием эту надпись. То есть каждый раз, когда мы выходим из дома, это выход замуж. Как это работает? Вы начинаете привлекать к себе возможности, которые служат для того, чтобы исполнить ваше желание. То есть вы можете познакомиться в буквальном смысле этого слова на улице с вашим будущим мужем. А вы можете выйти из дому, пойти в гости, познакомиться с мужчиной там, который впоследствии станет вашим мужем. Как это случилось у девушки? Она не познакомилась на улице, но она уехала, она вышла из дому, посмотрела на эту надпись и поехала в командировку. По ходу ее работы ей нужно часто ездить в командировки, и вот она в одной из командировок познакомилась со своим будущим мужем. Я ее спросила, как долго она смотрела на эту надпись, как долго она висела над дверью. Она мне ответила 4 месяца. То есть 4 месяца она каждый раз, выходя из дому, смотрела на эту надпись, регистрировала своим подсознанием, и таким образом это сработало. От себя хочу добавить, что очень эффективно будет, если вы добавите проговаривание аффирмаций, когда вы выходите из дому, смотрите на эту надпись, повторяйте про себя, да, в таком расслабленном состоянии, в состоянии внутреннего покоя, я выхожу замуж. И вот можете дальше выходить из дома, идти по улице, и вот еще в таком состоянии повторять эту аффирмацию. Это будет усиление к этой практике. Вот и все, вот и весь метод. Да? Единственное, что нужно запастись терпением, это может длиться несколько месяцев, но всемаронские ритуалы, как уже доказано опытом моим и опытом моих подписчиков, студентов и зрителей YouTube, они работают, они действительно работают, и они действительно эффективны. Я желаю вам успеха, я уверена, что у вас эта техника сработает при должном настрое. Конечно же, нужен позитивный настрой, да, и поменьше негативных мыслей, и тогда у вас все сработает. Ну а если вы хотите серьезно разбираться в
во всяких практиках, не только в ритуалах и обрядах, но и в энергетических практиках, как научиться правильно медитировать, как материализовать большие суммы денег и тому подобное, то я предлагаю вам принять участие в моем мастер-классе. Зарегистрироваться вы можете по ссылке под видео. Этот мастер-класс бесплатный, поэтому регистрируйтесь, участвуйте и начинайте исполнять свои желания и жить в реальности вашей мечты. А с вами была Алекса Оник на канале Мастер Закона Притяжения. До скорых встреч!